Вячеславу Клюеву 66 лет. Он поступил в ОКБ с повторным инфарктом миокарда. Операцию провели экстренно и без наркоза, ведь на сердце нет болевых рецепторов. Для введения инструмента сделали лишь небольшой разрез. Очень сильно болел грудь, дышать было тяжело. Вот сейчас прям вот сделали сейчас операции, буквально прошло вот часа три, наверное, назад. Уже сейчас прям все хорошо стало. Операцию провели с помощью нового ангиографа. Он был закуплен в рамках национального проекта здравоохранения. Аппарат экспертного класса. Он является одним из лучших в мире и укомплектован дополнительными методами визуализации, среди которых внутрисосудистый ультразвук. Срок действия стента во многом зависит от того, как его поставили, как его имплантировали в сосуд. То есть в СУЗИ, то есть внутрисосудистый ультразвук, как раз позволяет нам максимально точно подобрать размер стента, поставить его в сосуд, правильно дадуть, раздуть. Ну, то есть это уже наши как бы нюансы. Но после этого люди могут уже не беспокоиться, что в ближайшие там 10-15 лет у них забьется этот стент. Аппарат работает всего 3 дня. За это время с его помощью вылечили уже 12 пациентов. Все они экстренные, счет идет на минуты. Если в течение часа человека не прооперировать, он может остаться инвалидом или погибнуть. У нас сейчас 2 ангиографа. Позволяет оптимально подходить к лечению диагностики пациентов. На этом ангиографе будет выполняться исключительно исследование и лечение пациентов, связанных с заболеваниями сердца. И освободившийся ангиограф идет уже на периферию сосуды конечностей и на инсульты. Параллельно с закупкой нового оборудования в ОКБ изменили расположение кабинетов. Рентгеноперационную перенесли на второй этаж, как можно ближе к приемному отделению. Соседней дверью стала палата интенсивной терапии, следующая – обычная палата. Таким образом, врачи не теряют ни секунды. Время того момента, когда пациент пересекает нашу клинику, въезжает в дверь, до того момента, когда у него уже внутри сосуда ставится стенд, расширяющий вот эту артерию коронарную, вот сейчас у нас это время порядка 30 минут. Положено до часа, но в лучших клиниках мира, скажем, Европы, это время около 40-45 минут. Стоит отметить, что 3 года назад в ОКБ проводили около 200 операций на сердце, однако их число ежегодно растет. В следующем году врачи планируют вылечить не менее 400 подобных пациентов. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».